Даже бабушки с нами вышли. Это те, которые боятся выйти, или как вы скажете теперь? Мир на всех нас превращают в рабов, едят лишь нас, а не нам врагов. Нам вас повоем чего, а нам вас стишут, а не прости. Нам не прости, а лесу не прости, а лесу не прости, а лесу не прости. кольцо, а люди еще до сих пор на кольце. То, что у вас на Майдане наливали, а здесь все трезвые, здесь не наливают водку. Так что хватит нас просто-напросто. Если бы наливали водку, толпа бы не дошла. Так что ничего. Вот-вот-вот. На данном этапе люди прошли уже порядка 5 километров. Им осталось еще 2 километра пройти, и они будут у дома нашего дорогого Рената Леонидовича Ахмедова. Хай сало жрут, так сидят молча. Да, так что кому не нравится, кушайте сало. Забивайте себя на Майдане, запивайте водичкой. Вы там на Майдане выращивали редисочку, можете ее скушать. Приятного потому что, наверное, вы в этом году будете голодать. Все. Пусть идет и все. Если мы путинские, то вы и обамовские подстилки. Вы же там любители там у Германии пирожки брать были. Вы там любители Обаму к себе пригласить. Бананами его накормили, интересно. А мы здесь не мучаемся, поверьте. У нас своя уже, грубо говоря, отдельная страна под названием ДНР. Не корми троллей. Предлагает мне не кормить троллей. Разговаривай с нашими ребятами. Ну куда? Может, ты тоже? Нет, я же поцарапал его машину. Вчера. Я перевыпивал тебя.
Ну и просим всех, кто сейчас по каким-то причинам не может быть с нами, но вас, я смотрю, 6 тысяч тут. Разрепостите, чтобы люди видели, сколько здесь людей. И это не на выборы. И это не на выборы, это люди идут в гости к Ренату Леонидовичу Ахметову. Выбор, как там? Сегодня будет поминальный день. Сегодня у нас первый это поминальный день погибших батальоном «Восток». Когда было столкновение на Карловке, наших ребят погибло, к сожалению, 5 человек. Пусть земля им будет пухом, мы их будем помнить, они наши герои, они защищают Донбасс. Защищали Донбасс от таких, которые в Киеве, чтобы здесь люди могли спокойно выходить, радоваться жизни, гулять, был мир, все остальное. А сейчас люди просто вышли, которые к Нату Ахметову. Скоро мы встретимся со стримом вторым, как бы они... Разворачивайся, тут... смотри, там вот, блядь. Что-то там стоит. Ну, там... Кто-то перегородил дорогу. Ребята, не торопитесь. Очень быстро народ не успевает. Медленнее. Вот так вот нормально. Вот такой темп ерунды. Пожалуйста. Мы не знаем, что там еще. Понятно. На колесах пустые. Я не знаю, сколько. Сказали, что там автоматчики, тут нас остановили.
Идите туда! Я там бы забаррикадировались с автоматами, мол, ты спросил. Ну, по большому счету, они стреляли. Баррикадировали гранатометами целая армия, которые хотят стрелять в мирных граждан. Вчера напали на наш батальон «Восток», те, кто убили наших ребят, наших донбасских ребят убивали. Yeah!
Если они откроют огонь по мирному населению, я думаю, Арена больше тут не будет жить. Один за всех и все за одного! 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 Скоро, ребята, дойдем. Одна остановочка осталась. Если умрут, то умрут за Донбасс, как и я, и как все жители Донбасса. Люди идут. Зато РТ показывает, что нет. Участок ищет! Ребята, просим максимальный репост нашего канала, кто видит, так как мы сейчас тут. Также мы есть в
ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Одноклассниках, Патриотические силы Донбасса. Находите, присоединяйтесь. Донецке ничего не творится. Донецкий народ выше сказал. И хочет отстоять свою точку зрения. Водички попросить, пожалуйста. Уже умираю. Да я сам забрался, зашел. Уже почти подошли к резиденции нашего олигарха Игната Леонидовича Ахметова. Эта остановка уже начинается в Дубок. Пару минут и сейчас все начнется. Подержи, пожалуйста, проверь батарейки. Сейчас перепроверим батарейки. Подержи, я перепроверю батарейки. В воде. Если я не попью воды, я сейчас усяду. А? Ага, все, давай. Подержи, пожалуйста.
как вы видите, сейчас мы проверили батарейки, в принципе. А вот у нас говорят, плакаты должны были снимать все, да? На выборы. Они сами ничего не привились. И напоминаем, люди не идут на выборы. Люди идут к резиденции Рената Леонидовича Ахметова. Поздороваться, посмотреть, как он живет. Все у него хорошо со здоровьем. Ну, мало ли просто. Подержи, пожалуйста, еще. Неправильно. Неправильно. Обошла. Люди уже, в принципе, подошли. Сейчас мы нагоним, дойдем к ним тоже. Просим максимальный репост. Кто нас смотрит и по какой-то причине не может быть с нами, также ищите нас в ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Одноклассниках, Патриотические силы Донбасса. Ну, за факт.